21 года, так хочется сказать 1900. Это у нас была солистка, лауреат международных конкурсов Саша Котляр. Наш коллектив «Радуга» с каждым годом растет. Хоть у «Радуги» всего 7 цветов, а у нас море цветов. Мы все такие разные, разноцветные, и у нас возраста у всех разные. И даже есть 3-летние ребятишки сегодня будут представлены в нашем концерте. Сейчас мы начинаем свой концерт, представляем с большим удовольствием наши концертные номера. Я так сказала ребятишкам, мы будем петь то, что вы больше всего любите. Вот самую свою любимую песню каждому покажите. Пусть она может даже немножко еще сыроватая, не готова, но вот... чтобы душой в себе пели от души свое любимое. Так что вы уж нас строго не судите. Это наш такой домашний, как капустник, да? Утренник, утренник. Итак, сейчас я объявлю вам еще наших ведущих. У нас сегодня Алина Ким и Богдан Богдан будут мне помогать вести программу. И еще в рамках сегодняшнего концерта у нас пройдет наконец-то награждение победителей конкурса, онлайн-конкурса «Мисс и мистер Весна». Поэтому будьте готовы, что сегодня вас ждут сюрпризы. А ребятишки, кто не принимал участие, не огорчайтесь. Сегодня все ждут подарки. Вас ждет всех сладкий стол, всякие вкусняшки. Поэтому не переживайте, пожалуйста, не плачьте, хорошо? В следующий раз вы обязательно примите участие, посмотрите, как награждают, и скажете, ну, все, мы теперь тоже всегда будем принимать участие в конкурсе. Итак, начинаем нашу программу мы с наших малышей, с нашей сладкой песенки. Сейчас, пожалуйста, все малыши встали и прошли за кулисы. Нам 50 почти, из миллиона.
Глущенко. Встречайте с бурными аплодисментами весеннего Бомбочка. Все семья за столом, все семья за столом.
Лиза. Мама, папа. Thank you.
когда шепчет.
Нет, Марина не участвовала. Ну-ка, давайте внимательно, зрители, вы же все смотрели.
скорее всего. Держи, Сашенька. Так. А всем пузырей хватило, малыши? Все. Одни остались. А кто из малышей тогда? Ну ладно, короче, кого нет, того если что еще дадут. А теперь красиво еще раз так же, встаньте ровненько, красиво с подарками. Начинается торжественный момент. По итогам онлайн-голосования все зрители могли принимать участие, да, и писать свой голос. Я отдаю свой голос там за того-то, того-то. Наталья Михайловна до 2 часов ночи вела подсчет бухгалтерию, ставила палочки. И больше всего палочек по онлайн-голосованию у нас получилось у Ксюши Миллер. Сейчас красивую нам фанфарную музыку. У нас так получилось, что очень много участников. И баллы практически у победителей сравнялись. Поэтому, конечно же, среди мальчиков у нас был единственный джентльмен. И вам правда скажу, если кто-то не верит, я могу сфотографировать блокнот. У него самое большое количество баллов у нашего мистера. И кто этот мистер? Свою победу и получает вот такую волшебную книгу. Все, что нужно прочитать малышу от 5 до 7. Вот читай. Ты у нас умничка такой, вот развивайся. Смотри, какая тебе большая книга. Мистер. А еще у нас получилось так, что у девочек тоже разделились одинаковое количество высших баллов. Получилось и у младшей группы, и у старшей. Мы решили 2 мисс-звезды сделать. Представляете? Вот так бывает? Бывает. Так, все встали красиво, ровненько. Только без всяких слезок. Хорошо, в следующий раз, значит, кто-то из вас другой будет. Ну, все не могут получить главный приз, правда же? Ну, всегда так на всех конкурсах. Больше всего количество баллов, я прям сидела на калькуляторе, все подсчитывала, среди малышей зарабатывает Алиса Котляр. Академия Гнесиных, Москва. То есть я отправляла прям по-серьезному все видео. Эстрадно-джазовым отделением колледжа культуры, педагоги колледжа культуры и студенты-выпускники. То есть вообще независимое голосование — это люди были, которые вообще не знают этих детей. А вот просто вот они отсматривали и ставили, мне присылали свою табличку. Я потом всех вот так на калькуляторе складывала, перескладывала еще раз, чтобы не обидно было, ну, чтобы точно все. И вот так вот культурные работники оценили. То есть это оценивают профессионалы. Ну что ж, поздравляем вас. Огромное спасибо родителям. Отдельные будут еще им всем призы за такую проделанную работу. Вы-то знаете, как вам досталось все это, да? Ночами сидели, все это складывали в кучку. Это очень сложно. У кого-то звонят, у меня не сохраняется. У меня лесит сильно много, я вам не могу отправить. Это был титанический труд. Но заслуженно, правда же? Вот. Не обижайтесь, если кто-то что-то... В следующий раз будет, значит, у вас победа. Ну все, спускаемся все с подарками.
дуэт Марьяна Хабарова и Ярослава Скворцова.
Хабарова Мария. Thank you.
Чернышова в Полине. Этап не заскучился. Thank you.
Той исполняет Юлию Лерову. Give them, you want your fame and yours. Fever!
any cup and any fine, you will be with people. And you see some world out the window. Fever! Tell you see some world out the way to go. Прозвучит песня «Миллион голосов». Запускаем. Ну давай, раз, два, три.
полетели.